Доброе утро, добро пожаловать. Польша, 1939. Они захватили всю страну. Евреев выгоняют из домов. Нас переселяют в гетто. Основано на невероятных реальных событиях. Гибнут тысячи людей, включая маленьких детей. В мире, задыхающемся от страха. У нас много места. Мы их спрячем. Приведи всех, кого сможешь. Они дарили надежду. Сколько же ты всего натерпелась? Немцы приходят каждое утро. Умоляю, ни звука. Мама? По мотивам международного бестселлера. Ты что-то от меня скрываешь? Никто не знает, как это тяжело. Невозможно определить, кто твой враг. Кому можно верить? Номинантка на «Оскар» Джессика Честейн. Номинант на «Золотой глобус» Даниэль Брюль. Наверное, поэтому я так люблю животных. Загляни им в глаза. И будешь точно знать, что у них на душе. Что ты здесь скрываешь? В своем зоопарке? Жена смотрителя зоопарка. Скоро в кинотеатрах.